Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас видео «Пустые баночки». Самый мой любимый, самый классный, потрясающий лак для волос – это Тафт. Именно вот такой вот, с розовой как бы ленточкой. Это воздушный объем, сильные волосы с коллагеном, усилитель объема. Сверхсильную фиксацию я беру, четверочку, либо троечку на крайняк. Я пользуюсь этим лаком уже несколько лет, ну, лет 5 точно. Пробовала найти ему замену и Faberlic, и другие производители, и другой Тафт брала тоже, Шварцкоп, ну, все, что только возможно. Нет лучше этого лака. Если вас интересует именно прикорневой объем, то вот эта история про вас. Я делаю как? Я сушу свои волосы феном, слегка влажные, когда укладываюсь, и поднимаю прядь вверх, наношу этот лак, сушу феном, расчесываю одновременно и прядь как бы опускаю на место. И вот укладки таким способом, чтобы прическа моя держала форму, мне хватает на 3 дня. То есть на третий день, через день я мою голову. Он потрясающий. А склеивает волосы, ну, в меру. Он склеивает их так, как нужно мне. Поэтому, если вы хотите себе вот именно прикорневой объем, и чтобы он держался несколько дней, то вот я вам очень советую вот этот вот лак для волос. Лучше его я никогда не встречала. У меня закончился вот такой вот скраб для ног линейки Aqua Fruit. Я не знаю, что это за фирма, как-то он ко мне случайно попал. Это скраб для ног освежающий, эффективно отшелушивает, смягчает, освежает кожу, помогает снять напряжение в ногах. Натуральный сок бергамота, экстракт мяты и черная соль. Здесь 250 мл, стоил он что-то вообще копейки, и он, девчонки, крутой. Я применяла его не только на все ноги, но и на все тело. Если где-то увидите, он такой... Сейчас попробую показать вам. Вот, зеленоватого цвета. И здесь много-много черных крупинок. Вот, выстрельнул чуть-чуть. Сейчас покажу. Осталось. Вот, как он выглядит. И вот эти черные крупинки, они очень здорово отшелушивают. Они такие твердые. Вы знаете, похожи на кофейный скраб. Как будто это частички кофе. И мне он очень нравится. У него запах... такой вот освежающий, мяты здесь нет, мне почему-то вот чувствуется запах алоэ и лимончика, кстати, да, и лайма. Поэтому скраб классный, с удовольствием его добила, где покупала, даже не помню, но если увидите такой, как бы берите, не раздумывая. Выкидываю вот такую вот никотиновую кислоту из фикс-прайса для роста волос. Рост волос, укрепление корней, восстановление. Она у меня практически полная, я использовала ее 2 раза. И первый раз как бы ничего, все нормально. Но то, что было какое-то жжение или тепло, тоже не могу сказать. Вот что-то водичка, водичкой прям. А на второй раз у меня шелушиться кожа головы начала. Поэтому, видимо, этот продукт мне не подходит. Может быть, я вылью и куплю сюда, попробую никотиновую кислоту аптечную в ампулах. Перелью ее в этот флакончик, потому что он довольно удобный. Здесь носик достается. Наносить на кожу головы очень удобно. И хочу вот так попробовать. Купить аптечную никотинку, перелить ее в этот флакон и попробовать, как будет себя вести кожа головы с нормальной никотинкой. Закончился у меня вот такой вот бальзамчик, тонирующий для волос. Это Фара, цвет Smoky Rose. Такой стильный флакончик черненький, цвет бальзама, о, тоже выплеснулся, такой вот немножко, знаете, сиренево-серый, что ли. И он, в принципе, для тех, у кого совсем светлые волосы, но не такие, как у меня, желтизну убирает, потому что я пробовала его на своей знакомой. Желтизну действительно убирает после покраски там из темного в светлый цвет, но смывается раз на второй, имейте в виду. Оттенок волос получается не розовый, конечно, хотя цвет Smoky Rose, он получается такой вот, знаете, в серый отлив с сиреневым подтоном, но нормально, в принципе, смотрится это достойно, благородно. Я повторять покупку больше не буду, потому что мне нравятся другие оттеночные бальзамы, которые держатся подольше, и цвет этот тоже как бы мне не айс. Закончился у меня вот такой вот ополаскиватель для рта Colgate Plaque.
свежесть чай. Я много раз вам о нем рассказывала, и в частности о том, что покупать его лучше в фикс-прайсе, потому что там самая бюджетная цена 99 рублей за объем 500 миллилитров, а в других магазинах 250 миллилитров стоит 100 с чем-то. Мне нравится то, что он дарит ощущение свежести на несколько часов, то, что им приятно полоскать рот, а ничего не жжет. Я лично не испытываю никакого дискомфорта. Именно с чаем мне очень нравится, я люблю, и у меня есть дома запас, и всегда буду пользоваться и повторять покупочку. Визин у меня здесь затесался в пустые баночки. Я думаю, многие знакомы с этим продуктом. Кончился. Мне хватает такого пузыречка где-то на год, потому что не на каждодневной основе, но когда ваши глазки устают, долго сидите в телефоне или за компьютером, или в принципе у вас глазки устают, есть покраснения какие-то, я пользуюсь визином. Когда не выспишься и так далее, потому что где-то за секунд, за 30 взгляд становится свежим, покраснения или даже лопнувшие сосудики убираются, белочек становится голубоватым у глаз. В общем, я пользуюсь им уже очень много лет, он у меня всегда лежит в косметичке. Нужная вещь. Закончился у меня вот такой вот спрей для волос из Фикса. Это Oils. Так, а марка какая? Непонятно, что тут написано. Спрей масло для кончиков волос. Несмываемый уход без утяжеления. Защита 24 часа. Там есть три вида вообще вот в этой линейке спреев для волос. Интенсивное восстановление, уменьшение ломкости, гладкости, блеск для всех типов волос. Я бы не сказала, что это спрей масло, как здесь написано, потому что это просто спрей. Он больше водный, чем масляный. Нет, там практически масла, может, совсем чуть-чуть. Но мне понравился он чем? Он убирает статику с ваших волос, нет вот этой пушистости. Вот это он делает на 100%. И я его брала уже, по-моему, второй раз именно из-за этого. А так просто водичка. Если у вас пересушенные волосы, то его будет маловато. Нужно еще что-то применять. А если у вас нормальные волосы или даже жирные волосы, то вам подойдет этот спрей на 100%. Он не утяжеляет. Никаких нареканий, в принципе, к нему нет. Еще и за такие цены, как в фикс-прайсе, купить нормальный спрей для волос, это вообще круто. Закончилась у меня вот такая вот масочка черная от Vitex. Мне очень нравится белорусская вообще серия. Это я люблю и декоративку там, и средства для волос, и масочки. Долго у меня она была, потому что пользовалась ей нечасто. Она с активированным углем, это маска-пленка. Вообще обожаю маски в формате пленки. Это так удобно, ничего не сыпется никуда, потом содрал и супер. Единственный нюанс к ней, здесь у нас, похоже, есть, конечно, спирт и ментол, причем такой ядреный, что когда вы сначала наносите эту маску на лицо, глаза не открыть, вот прям вот щипет аж. Но не то, что щипет, но не открыть вот от этого аромата от маски, а когда через 2 минутки это все подвыветрится, в принципе, нормально. Но поры она вычищает, дай боже, просто. Вот лучше я еще ничего не пробовала. Сдираешь ее больно, честно говоря. Вот есть у меня маски-пленки от Avon, из Фикса тоже. Они комфортно снимаются, а это прям вот сдирается тихонько, ее так надо, потому что все волосы себе можно вырвать. Но она классная, вытягивает черные пробки из пор, сужает расширенный пор, делает менее заметными, не сушит кожу. Ну, насчет не сушит кожу, не могу тоже сказать. Они тут параллельно пишут, что выводит токсины, излишки кожного жира. Если выводится кожный жир, то априори сушит. Поэтому для сухой кожи я, конечно, такую маску не порекомендую. А для комби, как у меня, и тем более для жирной, она будет в самый раз лучшая маска для очищения пор. Вот честно, девчонки, что я когда-либо пробовала. Закончились у меня биогелевые патчи из Фикса для зоны вокруг глаз. Я вам тоже о них рассказывала.
и показывала. Ссылочку оставлю вверху, чтобы смогли пройти и посмотреть, как они выглядят. Укрепляют, тонизируют кожу, коллаген, витамин Е от морщин, создают эффект лифтинга. Стоят они 77 рублей в фикси, и здесь у нас две пары, то есть 4 патча. Они классные, и там много сыворотки. Я патчи использую, выкидываю, а сыворотку у меня еще в пакетике тоже остается. Храню в холодильнике, наношу на кожу вокруг глаз по утрам. И потрясающе. Мне нравится очень эффект от них. Они у меня не соскальзывают, держатся на месте. То есть я их прилепила и хожу, занимаюсь своими делами. Поэтому патчи, если в фиксе увидите, вот такие. Есть от морщин, есть еще какие-то. Я вам очень советую попробовать. Это фирма Флорисан, которой я, в принципе, доверяю. Мне нравятся продукты этой фирмы. Так что буду покупать еще однозначно. Закончилась у меня питательная сыворотка для волос от Avon. Вот так она выглядит. Это стеклянный такой добротный флакончик, что мне нравится. Очень удобный дозатор. Всесторонний уход с маслом органии. Сила и питание. Это классное несмываемое масло. Прям я даже бы не сказала, что это сыворотка, потому что это масло. Прям оно желтого цвета. Если вы видите, вот оно такое желтенькое. И даже на жирные волосы, когда я была темная, они у меня не были такими сухими, я его применяла, не жирнит, не утяжеляет. На кончики наносишь, стараясь, даже на корни наносила, прям по всей длине. И волосы лежат идеально, они прям волосик к волосику, такие гладенькие, напитанные. Прям одно удовольствие им пользоваться. Сейчас у меня из этой серии есть еще сыворотка. Другая, тоже она мне нравится, но вот это масло прям вообще супер-супер, я его брала раза три уже, и дочери, и себе, очень здорово напитывает волосы, облегчает расчесывание, из всего, что я пробовала, это самый питательный продукт для волос, и который облегчает расчесывание просто на ура, хватает там одного нажатия, распределили и огонь, вот этот флакончик, я не знаю, мне он на год хватил, он год у меня вот стоял. Супер, рекомендую. Закончилось у меня вот такое густое масло для волос, тоже из Фикса. Еще в загашнике есть аж 3 штуки. Это тоже фитокосметик. И здесь у нас крапивное масло. Крапивное и репейные масла мне нравятся больше всего по эффекту. Я вам говорила об этом. Масло крутое. Здесь написано максимальный эффект за 3 минуты. Врут. Я делаю как? Мою голову, подсушиваю волосы полотенцем. И на подсушенные волосы наношу масло, распределяя сверху вниз. Не вот так вот, знаете, намазали, а сверху вниз, чтобы закрывать параллельно чешуйки на ваших кончиках, на волосах, чтобы волосы не топорщились. Любой бальзам, любую масочку я вообще всем рекомендую наносить вот такими движениями. Раньше я завязывала наверх, сейчас не завязываю, но если надо что-то делать, конечно, завяжите. Можно пакетик одеть, прогреть феном, и будет у вас классный эффект ламинирования. И хожу я с ней 20 минимум минут, а то и больше. И эффект, девчонки, потрясающий. Кто не пробовал, пробуйте. Кто пробовал, знаю, по-любому не остался равнодушным. Стоит такая баночка 55 рублей. Фиксии, в принципе, их всегда предостаточно. Удобное такое ведерочко. Запах тоже мне нравится. Травяной у них. Консистенция, как растопленное чуть-чуть густое сливочное масло. В общем, маска супер. Я вам очень советую ее попробовать, потому что это бюджетный, натуральный, 100% натуральный состав. Продукт, который сделает ваши волосы просто вот огонь. Вот такой вот гель для бритья добил супруг и сказал, что в принципе нормально. Это у нас Avon Man. Запах у него приятный, гелевая текстура. Я как бы не пользовалась, естественно. А он сказал, пойдет. Значит, в принципе, неплохо. Закончилась у меня масочка от Samsung из Фикса. Вот так они выглядят. И не одна уже, кстати. Это у нас так желтенькая, по-моему, против морщин. Маска с коэнзимом Q10, гиалуроновой кислотой, восстанавливающая, замедляющая процесс старения. А Samsung это корейская фирма, насколько вы знаете, наверное, тоже, которая выпускает не только технику, но и много всего другого.
В том числе и вот такие масочки. Они фикси, по-моему, по 77 рублей. За что я их люблю? За отличное лекало. Потрясающее. Вот прям мне оно подходит. Оно супер. За то, что здесь очень много сыворотки. Я использовала масочку, выкинула ее. И потом уже пользуюсь гелем. Причем, ну, я не знаю, раз на 10 мне еще и в этот геле хватает. Наношу на лицо, даю впитываться. Здесь написано, что она не смываемая. Они все, по-моему, Samsung не смываемые. И сегодня вот я тоже добила ее остатки сыворотки, нанесла на лицо. И знаете, лицо такое прям вот, ну, не знаю, мне кажется, подтягивается. Очень приятное на ощупь, гладенькое. Люблю я, есть от них эффект, то есть деньги не выброшены на ветер и потрачены не зря. Хватает ее на много раз. Если есть возможность, я все никак не дойдут у меня руки, купить вот эти вот кругленькие, как таблеточки, масочки тканевые, прессованные. Можно их потом бросать в эту сыворотку, использовать тоже еще раз как тканевую маску, но я все никак их нигде не найду, не увижу. Они вроде одно время были в фиксе, не попадаю на них. Вот. Так что рекомендую вам попробовать такие маски, они действительно того стоят, от них есть эффект и лифтинг эффект в том числе. Ну а на этом все, вот такие были у меня пустые баночки, я надеюсь, мой обзор вам понравился, если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я с вами прощаюсь, до следующих видео, пока-пока!